Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama.
there's some new people, right? There's some new people. Huh? They already came last time. First time. First time. New, the all new people. First time, nobody. But Olaf is also a new people. Гурави Гаура Чандрая Радхикая Иштадале Кришная Кришна Бхактая Тадбхактая Намо Нама Ванча Калпадарбхаса Крипа Синдху Бхайвача Батитананг Бхавнибхо Вайшнаве Бхо Намо Нама Бриндай Туласи Дедгай Бхадай Кесавасвача Кришна Бхакти Прадеви Сатхаватай Намо Нама Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Сривасади Гаур Бхакта Вринда Бола Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рама Хари Рама 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 Бола Хари Кришна Хари Кришна Кришна, Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. О, Хари Кришна. Сукарт, Сукарт, бро. Can you speak your Param Gurudev? Something about, come here. Прежде всего, предлагаю свои смиренные поклоны моему духовному учителю, Нитилила Правишна Вишнупада Парамахамса Парамаради Гурудева, Рупану Гавари Ачарьи Шримад Бхактиданта Нараяна Госвами Махараджу, а всем нашим Рупану Гуру Варги, а также всем собравшимся преданным Кришна Вишнаме. Манча Калпача Крипач, Патихана Дхана Вишнаме, Намана Махараджу. Неожиданно. Саду, 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 садху санга, садху санга, сарва шаса кое, лава манта садху санга, сарва ситхи кое. В шастрах утверждается, что вообще не саду, в сердце человека проявляются все ситхи. Штука ситхи, все совершенства. Что такое совершенство? В Ведах описано много форм совершенства. Допустим, такие виды совершенства, как становиться очень-очень маленьким, либо становиться очень-очень большим. Такие совершенства, как ходить по воде, исчезать, либо из воздуха, из ничего, получить разнообразные предметы, такие как золото, либо перстни, бриллианты. Но для нас высшим ситхом является то, что мы можем в общении с преданным увидеть то, что стоит за пределами материальной вселенной, это свою душу. Увидеть свою душу и увидеть то, каким сами себя мы никогда не видим, а только можем видеть с помощью святых. И сегодня у нас очень-очень благоприятный день, потому что по милости Шри Шримад Бхактивинанда Шридхара Махараджа мы можем получить такую возможность либо познакомиться, либо вновь встретиться со своей душой и узнать настоящие, возможно, цели жизни и узнать, каким образом мы можем туда прийти. Поэтому я вновь и вновь кланяюсь Шри Шридхара Махараджу,
который уже больше 10 лет так или иначе помогает мне на этом пути. Он попросил меня что-то рассказать о нашем Парамгурудеве, то есть моем дедушке Шичимат Бхакти Прагьяна Кешава Гусай Махараджи. Духовный учитель, моему духовному учителю Шичимат Бхакти Датнарайана Гусай Махараджи. Вчера вечером мы начали его прославление. Сегодня в России у нас как раз день его рождения, день его явления. Вчера Махарадж уже много рассказал историй, и они вызвали в моей памяти новые, другие истории, которые я помню. Бхакти Прагьяна Кешава Гусай Махарадж был полностью предан своему духовному учителю. Он ему служил любыми путями, которые только возможны. В то время, когда Бхакти Сиддханта Сарасвати Тхакур создал свой первый монастырь Матх, большинство учеников у него были там как монахи, брахмачари. А только один Винода, он ему не давал сам брахмачари, и он носил все время белые одежды. Над ним очень многие посмеивались. Все потому, что получили уже, когда человек становится монахом, он получает одежды розового цвета, и после этого он может стать саньяси, которых очень сильно почитают. А Винода, он ходил в белых одеждах, кроме того, не только в белых, а он ходил часто в одеждах мирского человека. Он одевал то, что даже индусы не носят. Он ходил в таких одеждах, как ходили в то время захватчики для Индии, это англичане. Но при этом он каждую секунду, в отличие от многих, делал то, что только что хотел его духовный учитель. И однажды, когда он сидел на поле, как раз присматривал за тем, чтобы на поле хорошо работали и добывали еду для монахов, к нему проходил один из его духовных братьев, который в то время был саньяси, как бы уже очень высокого уровня. И он один начал посмеиваться. Он говорит: многие считают тебя хорошим учеником нашего Гурудева. Он говорит: посмотри, ты в белых одеждах, ты зачем ты занимаешься? Ты только занимаешься тем, что присматриваешь за рабочими. Кто ты такой? Вот мы саньяси, мы уже высокого уровня. Мы уже служим нашему Гурудеву, иди поеди и проповедуем. После этого Винода Брахмачари вскочил и говорит: задай мне любой вопрос. И он говорит: какой вопрос? Ты даже Веданта Сутру не знаешь. А Веданта Сутра считается самым высшим произведением, которое состоит из маленьких-маленьких шлок, либо утверждений, и которое считается верхом всего знания. И после этого вдруг Винод Брахмачари начал полностью отвечать ему на все вопросы, и он знал полностью всю Веданта Сутру. И после этого этот саньяси был поражен, потому что таких знаний не было ни у кого. Он считался самым лучшим и знающим. А это был простой человек, как ему казалось, который занимался какими-то хозяйственными вопросами, но при этом в его сердце было правильно все знание. И после этого к нему стали все относиться с большим уважением не только как к хозяйственнику, но как еще к знающему все сейчас шастры. Наш Гурудев часто рассказал эту историю, потому что он говорил, что знание очень важно, но еще важнее это бхакти. Бхакти — это преданность своему духовному учителю. Если вы преданы своему духовному учителю, служите и делаете то, что он говорит, то все знание естественным образом проявится в вашем сердце. Для моего Парамгурудева духовный учитель был не просто учитель, он был его жизнь и душа. В то время движение бхакти только-только начиналось еще, и многие, как в России сейчас, многие в Индии в то время, они не только словами хотели нанести вред, но они даже хотели убивать духовных учителей. И однажды во время парикрамы, то есть паломничества по святым местам, это было на Коладвипе, в одном месте, когда шла парикрама, Бхакти Сиддханта Сарасвати Тхакур был в парикраму, и шло много вместе с ним людей, но Брахмачари был рядом с ним. Когда они подошли к тому месту, где вокруг стоят много домов, это место называется, там стоит дерево. Правдамая. Такое место, где собирается очень много-много людей, вокруг стоит много домов. Дома в Индии не без крыш. То есть там на этих крышах можно ходить. На этих крышах было бы расставлено много людей, которые были с камнями и огромными палками. И когда парикрама собралась в центре, и когда началась катха,
Они начали со всех сторон бросать камни с целью, чтобы убить Бхактисиддханту Сарасвати Тхакура. И вновь Брахмачари, в то время, когда все остальные разбежались, началась паника, они начали сбегаться по сторонам. Единственный вновь Брахмачари, он своим телом закрыл Бхактисиддханту Сарасвати Тхакура и увел его в сторону. И после этого, как не сопротивлялся его духовный учитель, он начал его раздевать. Он сорвал с него его одежды, а себя снял свои одежды светского человека. Он переодел, надел свои одежды на своего духовного учителя. Он на себя надел его одежды саньяси, одежды розового цвета. И взял его данду, потому что отличительным признаком саньяси является данда. И после этого, поскольку начались избиения, они смогли вывести духовного учителя, а сам он все это время, поскольку внешне он очень был похож на своего духовного учителя, он принял на себя весь удар. И всем казалось, что он является Бхактисиддханта Сарасвати Тхакура, его духовный учитель. Но для него было главное, что его духовный учитель был спасен. Незаметно ушел с этого места. А он принял на себя весь удар. Потому что для него было главное, его жизнь, душа была его духовный учитель. Если погибнет духовный учитель, какой смысл до существования? Если погибну я, это хорошо, а как жить без духовного учителя? В то время, когда его духовный учитель Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур оставил этот свет, начались очень тяжелые времена. И Бхакти Прагьян Кешава Госвами Махарадж, он как ушел из Матхи и организовал свой собственный монастырь. Но говорится, что когда он организовал свой собственный монастырь, у него практически ничего не было из материальных средств. У него единственное, что было, у него было Бхагавад-гита, Шримад Бхагаватам, и огромная вера в своего духовного учителя, который он всегда подтверждал, что у Кришны есть качество Бхактавацали. То есть Кришна очень-очень любит своих преданных. И потому у него была прочная уверенность, что Кришна всегда поддержит его, поможет. И однажды, когда он сидел и читал джапу, в этот момент к нему приехал в гости его духовный брат. И в этот момент у него ничего не было. У него была только четки в руках, и у него была книга, которую он читал. А когда приезжает в гости кто-то, необходимо его обязательно угостить. Как минимум нужно омыть стопы, усадить, дать воды. Но поскольку он очень-очень хотел угостить, он говорит, как я могу его угостить? У меня совсем-совсем ничего нету. Что я могу сделать для него? И в это время, говорится, когда он так переживал, в это время мимо пролетала ворона, и она открыла рот, и изо рта у него упала мешочек с монетками. Вот он взял эти монетки, передал своему слуге, говорит, пожалуйста, купи. Ничего, говорит, не сохраняй, говорит, все на эти деньги, все купи, лучшие сладости, лучшие фрукты, потому что главное нам накормить нашего гостя. И после этого, когда они накормили своего гостя, он был очень-очень доволен, очень-очень был доволен. И в это время, когда еще ничего совсем не было, он как раз сказал главные принципы. Он сказал, что мы будем распространять, по примеру нашего духовного учителя, мы будем распространять учение Гауди Веданты. И он образовал общество Гауди Веданта Саммити. Мы сейчас находимся в линии Гауди Веданта Саммити. То есть он сказал, что учение Веданта Сутры, Шримад Бхагаватам, должно быть распространено не только по всей Индии, но и по всему свету. Шримад Бхакти Прагьян Кешава Госвами Махарадж не только чувствовал Бхакти Ватсали от Си Кришны, поскольку он был представителем самого Кришны, он оказывал необыкновенную отеческую заботу о всех, кто был ему предан. Мы в мантре, которую пранамантра читаем ему, мы говорим, что главная его особенность была в том, что он обладал огромной отеческой заботой о всех своих преданных. А о всех остальных людях он состраданием думал и понимал, что единственное, что он может их сделать, это дать им святое имя. Вчера Махарадж рассказывал, как в детстве Бхакти Прагьян Кешава Госвами Махарадж Джона или Винода, он организовал разные общества. Вчера Махарадж рассказывал о том, что вот он организовал общество, как у нас в свое время было движение «Октябрят», как это называлось? «Октябрята»? А? «Комсомольцы», «Октябрята». А? Как-то что-то Фанни сказал. Тимуровцы, да. Тимуровцы, типа, да. Общество тимуровцев он сделал, то есть они собирали деньги,
И все деньги, которые у них были на пирожки и так далее, они собирали и помогали женщинам, ну, больным, женщинам, бездомным, они эти деньги тратили на это. После этого Махарадж Чандра рассказал, что после этого, когда ему было только 15 лет, он ушел в партизаны. Он был сам здесь Че Геварой своей области. То есть они организовали отряд, военный отряд, с помощью которого они боролись с английским нашествием. Но только после этого, когда он встретил бхактистанцев, он понял, что главное, которая проблема существует не во внешнем мире, а внутри каждого из нас. И главное, с чем стоит бороться, это гнет, который существует, это не гнет внешних обстоятельств людей, это гнет, который существует внутри каждого сердца. То есть внутри каждого сердца существует иллюзия майя, с помощью которой мы неправильно видим этот мир. Единственный путь, который можно преодолеть эту майю, это мамайвае прападьете, это предавший духовный учитель, потому что он даст тебе духовное имя, и с помощью этого духовного имя ты сможешь видеть все по-другому. И потом, приняв духовное имя, все его сострадание ушло на то, чтобы не спасать людей от материальных болезней, и не бороться против английского ига, и не с ружьем в руках это делать, а ушло на то, чтобы, несмотря ни на что, дарить людям духовное имя. При этом он сталкивался с огромными трудностями, с которыми сейчас мы не сталкиваемся. Мы знаем, что он был очень смелым, очень кшатрийским, воинственным. Мы знаем, что он специально ездил в те районы, куда никто не ездил. Мы знаем, что он приезжал в те районы, где, допустим, почитали кали. Собирались, у нас такого нет, вот когда мы в Индии путешествуем, собираются тысячи людей до сих пор. То есть приезжать, когда к какому-нибудь саду это человек, который практикует какую-то духовную практику. К нему, даже если просто послушать, собирается огромный толпа людей. И однажды в Ассаме области он приехал в область, где жили почитатели кари. Они ели мясо, вино, но при этом они считали себя тоже йогами. Он приехал в это место и взошел на трибуну и начал с того, что он начал говорить, что вы все лжецы, вы все недостойны того, чтобы получить хорошее рождение. Вы все пойдете в ад на тысячи жизней, потому что вы убиваете живых существ и пьете вино. Начались свисты, начались ругань, и говорит, полетели в него камни. Но при этом у него в то время уже было три очень великих ученика. Это мой духовный учитель, Бхактинат Нарайна Госвами Махарадж, Бхактивиданта Тривикра Махарадж и Бхактивиданта Вамана Махарадж. Говорится, что они тут же встали перед ним, и все удары, которые камни были, они принимали на себя. Но при этом говорится, что Бхактипрагьян Кеша Госвами Махараджа невозможно было удержать, он все время выскакивал и говорит, да, вы свиньи, вы должны это знать. Если вам я не скажу это, что вы свиньи, кто вам это скажет? Если вы будете знать эту правду, что кто ест мясо и пьет вино, а не свиньи. Он выскакивал, в конце концов все стороны утихли. А тогда он выставил вперед своего, они выставили вперед своего одного человека, он выставил вперед своего Вамана Махараджа. Он говорит, даже я не буду с вами разговаривать. Я могу сказать много, но послушайте хотя бы просто моего ученика. И они спросили вопрос, говорит, где доказано в шастрах, что не есть мясо, где доказано в шастрах, что Шри Кришна Чайтанья, Гаура Хари, является Верховной Личностью Господа. И говорит, что Вамана Махарадж после этого начал в течение многих часов говорить огромное количество шлок, доказывающих, что Шри Гаура Хари является в данное время Кали-Югу Господом каждого сердца для всех стран. Говорит, что он придет в каждую деревню, в каждую страну, независимо от того, где находимся. Хоть мы находимся в Ассаме, хоть мы находимся в Англии, либо в России, для Кали-Юги, времени, в котором мы живем, только Шри Чайтанья Махапрабху является Верховной Личностью Господа. Почему он доказывал это? Потому что душа не может, как мы иногда говорим, русской душой, либо английской душой, либо американской душой. Душа находится за пределами каких-то представлений. В этой жизни мы русские, в следующей жизни мы американцы, сейчас в человеческом теле, потом в теле свиньи. Душа все время меняет разные места, в которых она живет, но сама она вне всяких обозначений. И только Гауранга Махапрабху пришел сказать каждому это, сказать этому каждому честно, без того, что ты являешься только русским, а ты являешься американцем. Потому что если мы говорим, что кто-то русский, кто-то американский, то что после этого начинается? После этого начинаются войны. Потому что должен воевать за русскую религию, должен воевать за американскую религию. И после этого, когда Вамана Махарадж все это подробно объяснил, мы знаем, что в этом месте до сих пор существует очень-очень большая община
община вайшнавская. Другой раз в Бенгалии, в той области, где родился Шри Чайтанья Махапрабху, было огромное наводнение. Очень-очень многие люди лишились своего жилья. И в этот момент в Бенгалии самое большое количество вайшнавов, преданных Гауранге, и очень-очень много коммунистов. И когда какие-то стихийные бедствия, сразу коммунисты в это время ехали и давали маленькие-маленькие какие-то временные какие-то, они разводили протпаки, чтобы люди подписывали прокламации. И в это время туда же приехал Бхактипрагьяна Кешава Госвами Махарадж. И он спорил тоже сильно очень с коммунистами. Он говорит, какой смысл кормить тело на один день, когда самое главное, в чем страдает душа, необходимо накормить душу. С помощью того, что вы дадите на 2-3 дня поесть человеку риса, это не излечит его душу. Он сегодня это съест, но завтра он будет снова болеть. Потому что самое главное, что нужно вылечить его душу. И я этим занимаюсь. Если человек будет здоров душой, тогда Кришна сам будет ему давать пищу. Есть огромное-огромное количество историй Бхактипрагьяны Кешава Госвами Махараджа. Есть очень-очень много славных историй про него. Но одно из самых больших славных дел, которые он сделал, и подвигов, это наш духовный учитель Бхактивинода Нараяна Госвами Махарадж. Потому что он вынул его из материального мира, привел к себе и сделал из неогранённого алмаза тот необычный алмаз, который потом после этого привел всех нас в духовную жизнь. Там есть много необыкновенных историй об их взаимоотношении, но я напомню только одну в концовке моего представления, что в тот момент, когда наш Гурудев уже окончательно решил пойти к своему духовному учителю, полностью погрузиться в служение ему, это было для него неожиданно, так же, как сейчас просьба Махараджа что-то мне рассказать. И он просто сел на поезд, И поехал к своему духовному учителю. Поехал к своему духовному учителю. Он приехал к своему духовному учителю, но при этом остановка, это называется Бархаман, она очень-очень далеко от самого Матха находится. И он приехал туда ночью. Никто не знал, что он должен был приехать. Он никому об этом не рассказывал. В то время не было мобильных телефонов, тем более. Но как только он вышел из вагона, в то время еще где-то в полицейскую форму, мой Гурудев был полицейский, к нему он услышал, что кто-то в темноте, горел только один фонарь, потому что в то время фонарей тоже не было. И Гурудев рассказал, носили такие фонари, где была зажженная свеча. Было новолуние, было очень темно, ходил только один человек, и кричал «Тивариджи, Тивариджи, Тивариджи». А имя моего Гурудев в то время был Тивариджи. И он подошел и говорит, «Вы ищете Тивариджи?» Он сказал, «Да». Я говорю, «Тивариджи, а кто вы такой?» Это был будущий Вамана Госвами Махарадж, которого в то время звали. Саджан Севака. Он сказал, «Если вы Тивариджи, то я приехал вас встретить». «Как встретить? Откуда встретить?» «Я никому не говорю, что я приеду». Говорит, но ваш духовный учитель знает все. Ваш духовный учитель Бхактипрагьяна Кешава Госвами Махарадж послал меня за вами, чтобы я вас встретил и привел вас в Матх. Такая была необыкновенная встреча. Ну, это было вот примерно в это время, как сейчас мы здесь находимся, потому что буквально через вот несколько недель был праздник Гарупурнима, явление Шри Чайтаньи Махапрабху. И в этот день наш духовный учитель получил тогда Харинама Дикшу. Хари Ибу. Спасибо. Hare Krishna. Tell necessary everybody know. Which story is telling about our Param Gurudev. Necessary you are know this material world, so many things you are know. But if you know this pastime of Vaishnavas, then everything is successful. Махарадж говорит, что всем ученикам нужно знать, всем ученикам
нужно знать об истории учителей, наших учителей. Мы и так в течение жизни накапливаем разные информацию, разные истории, но вот это вот, это те истории, которые нас спасут, это самая важная, полезная история. Yeah, so necessary, we are also, maybe this Prabhu gave class, this temple? So he tried to, why he, telling so many pastimes, why he gave class, this is the regime. So necessary, you are also everybody, this is the area for Mahaprabhu, you are also not everybody gave to class. He can, so Mahaprabhu will jare, dekho, tare, kaho, Krishna Upadesh, when you meet to anybody, he can tell the Harikatha. Necessary, your nature, he make the Harikatha. You know, if your nature make Harikatha, always telling Harikatha, Harikatha, then easily you can free of this material anxiety. Почему, говорит, вот этот Прабху давал такую замечательную харикатху, так много историй рассказывал, потому что он в центре дает харикатху. Это стало его характером, чертой характера. Если важно, чтобы все вы тоже научились давать харикатху, и тогда тоже будете рассказывать хорошую харикатху. Then it's free of this material existence. Да, и это освободит вас от материального существования. Your Bhaktivedanta Sarnarayana Goswami Maharaj publishing the scripture, their whole, this Bhaktivedanta case of whole history is there. Вот эта вот замечательная книга была написана нашим учителем Шри Шримад Бхактивиданта Нарайана Госвами Махараджем о своем духовном учителе, и она полна историй. So necessary you are, when you want to read the pastime of Vaishnavas, and this bhakti scripture, not read here and there some this material world, so many writer, this, that. This is the nonsense thing. No need to read. If you read this bhakti scripture. Мы все любим читать. Читайте, говорит, полезные книги. В этом мире много самых разных книг. И они полны разных глупостей. Не читайте, говорит, книги, наполненные глупостью, читайте полезные книги. Yeah, I saw one very good quality in Russian person, you know, Russian people. I saw when I got trained, always they are reading, always they are reading. Everywhere, so they are so much interesting reading, a very nice thing, you know. So necessary can read the all bhakti scripture. У русских есть одна хорошая черта, они любят читать. Я когда в поезде еду, я вижу, что обязательно кто-нибудь дочитает. Вот это качество нужно использовать по назначению правильно. So himself Vyasadeva himself, he is the Lord himself. He before Bhagavad, he writing so many Puran, so many 18 Puran, 17 Puran he reading. He writing, he glorified to some demigoddess, karma, jnana, yoga, but he cannot satisfy. So when Narada is the king, then telling why you are not satisfied? Yeah, you are written the so many scripture, but you are did not scripture. Explain the pastime of Lord and this devotee, so you are not satisfied. If you want satisfy, only write this, make this Srimad Bhagavat, where only Krishna's and this pure devotee's pastime, then you become satisfied. This way, Vyasadeva when written Bhagavat, you completely satisfied. That meaning, he teach to us, unless attain, he did not pastime of Lord, he did not reading the pastime of devotee, then you cannot satisfy this material one. Итак, не каждое чтение может принести нам удовлетворение. И поэтому важно выбирать, что читать. Вот, например, Шрила Вьясадев, он когда дал много знания, написал все ведическое знание описал, Ведах, Пуранах, Упанишадах, Веданта Сутру, все написал. Все равно при этом не испытывал удовлетворения, которое, казалось бы, писал все в этом мире. Не испытывал удовлетворения. И только когда появился Шинарада Муни, только он помог ему разобраться, что же ему не доставало для того, чтобы испытать долгожданное удовлетворение. Он объяснил ему о том, что без Кришны, без описаний его божественных качеств, без описания его божественных игр, без описания его божественных преданных, никто не может быть удовлетворен. И только когда Вьясадев написал Шримад Бхагаватам, вот только тогда он и испытал удовлетворение. Хорошо. So,
So very good. Okay, nice. Okay. Anybody know any Mahat is telling pastime? Anybody know some any new pastime by Kupragyan Kesava Goswami Maharaj? Кто-нибудь еще хочет рассказать те истории, которые не были упомянуты? Any new? I can speak with you. What? Времени мало очень. For which pastime? Many. What? Many. What I can... At the beginning some pastors did not know this. What do you mean? For example, when the Chaitanya Mahaprabhu came into the Pakistan, Sarasari Prabhupada, he said, I will send you all people, only just a little bit Guru Tattva. Then how Vinod Bihari came to Bhaktisiddhanta Sarasati Prabhupada, this moment. Then how he went to Gauri Kishore, then to Abhijan Maharaj, then how he, many, and then how he was going to Vedanta Sutra and others. Yeah, okay. Maharaj, времени, time is very small. No, maybe no, you no, speak, no. And evening time, devotees speaking. Now time is that now? 11:50. Huh? 11:50. Скажите, ему осталось время? 20 minutes, Hare Krishna. So telling this scripture full of this pastime. You know, this scripture is full of this pastime. So many pastimes there. You know, his name is the Vinoda. Who is the gave this Vinoda name? He is Bhakti Prasila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupada. And Prabhupada, he is not an ordinary person. He is the Prabhupada himself, he is the Radharani Nayanamani Manjari. Yes, he is the eternal associate, he is the Radharani Nayanamani Manjari. So when he gave some, who is the eternal Gurudev, when there gave some name also, this name also not an ordinary name. So he gave the name Vinoda. What is this Vinoda meaning? He the Radharani is the Vinoda Manjari. Vinoda meaning is the who always gives pleasure. This name is the Vinoda. So he who is always, by service, who is always gives pleasure to Srimad Radharani. So his name is the Vinoda. So he is the eternal name is the Vinoda Manjari. Итак, вот эта книга, она полна историй о Шриле Бхакти Прагьяна Кеша Гасая Махараджа. Его зовут Винода. Это имя, которое ему дал Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Прабхупада. Это не просто имя, оно имеет очень глубокое значение. Во-первых, кто дал ему это имя? Это имя ему дал Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур Прабхупада. А кто такой Бхактисиддханта Сарасвати Прабхупада? Это сама Наяна Мани Манджари, одна из дорогих возлюбленных служанок Шримати Радхики, которая пришла в этот материальный мир. И к ней первый приходит кто? Винода, Манджаджона приходит. И Шрила Бхактисиддханта Прабхупада дает ему имя Винода. Винода — это очень-очень важное имя вообще в нашей сампрадае. Винода обозначает тот, который дает особое наслаждение своим служением. Это имя ему дали неспроста. Это его вечное имя, потому что в духовном мире он является Винода Манджари. Yes, and he is the, you know, some tree is the so glorious when it saw this fruit. You know? If some very nice grape tree, some is the apple tree, some is the banana tree, your garden, then tell you, keep this tree. Why? After he gave very nice fruit. But some thorn tree, well, no need, this is a thorn tree, you can cut this, no need. So, understanding some trees flourish, then saw this fruit, yeah? So this fruit. Now, come a question, this is the tree, is the Bhakti Prajnana Kesava Goswami Maharaj. Well, which kind of fruit is there? Tell you there fruit, very nice fruit. Nitrila Prashil Bhakti Vedanta Narayana Goswami Maharaj, Nitrila Prashil Bhakti Vedanta Vamana Goswami Maharaj, Nitrila Prashil Bhakti Vedanta Vikram Goswami Maharaj. And he have so many sannyasi now. He have so many sannyasi. Who is the whole world, they are preached this Mahaprabhu glory. So many sannyasis, Bhakti Prajnana Kesava Goswami Maharaj. And so when is the once upon a time, so Bhakti Prajnana Kesava Goswami Maharaj, sit in Navadvip temple, when they were the Devananda Gaudiya Math. That time, some people is coming. Then that time, Bhakti Prajnana Kesava Goswami Maharaj telling Harikatha.
then he saw so very empty, so many field there. Well, why did not grow there nice, nice flower? Then Bhakti Pragyan Keshava Goswami indicated, not looking, there Guru Guru flower there, nice, nice flower there, Guru Guru flower. You know, this material flower, how many days blossoming? Only some day. And after it become dry, how far goes the smell? Little far. But this garland, this flower, one day such a coming, such a time, this fragrant going whole wall going this fragrant, you know. So everybody take this nice smell, everybody taking life to be successful. This is the raya. One day our bhakti, Sunitil Bhakti Vedas Narayana Goswami smell go to whole wall, you know, whole America, London, France, Germany, whole wall go, and so many bumblebee like this you are. One of the bumblebee and attract this flower and drinking this honey, you know. So Bhakti Narayana is the Bhavan Goswami Bhakti, you know, the whole, everywhere they are preaching, they tell they are actual flower there. Каждое дерево определяется хорошим по тем плодам, которые оно дарит. Если, например, дерево дает очень вкусные фрукты, то мы бережно заботимся об этом дереве и считаем его очень-очень важным. А если на дереве растут только одни колючки, то оно не такое уж важное, его и срубить можно. Давайте посмотрим на это замечательное дерево нашего Парамгурудева. Какие фрукты, какие плоды висят на нем. На нем он дал такие замечательные фрукты, как наш Гурудев Шримад Бхактивиданта Нараяна Госвами Махарадж, Шримад Бхактивиданта Вамана Госвами Махарадж, Шримад Бхактивиданта Тривикрама Госвами и много других саньяси также. Замечательные фрукты на этом дереве. И из этих фруктов тоже вырастают замечательные деревья, дают тоже замечательные фрукты. Однажды, когда Парама Гурудев, он свой Девананда Гаутамат открыл, у него было тогда много территории, кто-то из его духовных братьев пришел и говорил: «Винода, у тебя тут так много места, что бы тебе здесь не занять чем-нибудь полезным выращивать, там, цветочки, фрукты, там, Парамгурудев, он всегда, Парамгурудев всегда выделялся своим острым мышлением, и он так сказал ему, что теперь это коронной летающей фразой является. Он говорит: «Ты что, говорит, мои цветы не видишь? Посмотри-ка, сколько у меня цветов здесь растет», и стал показывать на своих учеников. Говорит: «Это обычные цветы. Они, если даже их выращиваешь, они все равно через какое-то время завянут. А вот эти цветы не завянут никогда. Они будут только благоухать все больше и больше. Они будут расцветать все больше и больше». Это он показывал на своих учеников. И действительно, когда то, кого он воспитывал, заняли положение мировых проповедников, и тех, кого они дальше воспитывали, сейчас занимаются мировой проповедью, и разносит это благоухание по всему миру. Говорит: «А вы, говорит, те шмели, которые слетаются на это благоухание. Вы, говорит, все тут сидите. Это вот результат того, что Бхакти Прагьян Кешава Госвами Махарадж выращивал удивительные цветы у себя на огородах». I told that you are these bumblebees who are coming on fragrance on those flowers who was growing up in the garden of Парамгурудев. Yeah. So when he took sannyasi, you know, that time he also named Bhakti Pragyan Keshava Goswami Maharaj. That is means Bhakti Pragyan. No? This is Pragyan meaning is the one is the Gyan, knowledge, one is the realization. So his name is not Gyan, he is the Pragyan. Pra meaning completely, pra meaning fully, pra meaning realization. So it's Pragyan. What is the full of knowledge? Full of knowledge is the Bhakti. And what is the Bhakti is the full of knowledge? Is the Braja Bhakti, and what is the more than full of knowledge is the Gopi's prayer. So his name is the Bhakti Pragyana, not any Pragyana, he is the Bhakti Pragyana. So Bhakti Pragyana is the way, this is the Maharaj, this is the Gopi's mood. So his name is the, you know, his name also Bhakti Pragyana, Gauriya Vedanta Samiti. So he completed this life, he is a very big philosopher, very big philosopher. Always his argument is very, very nice argument. He cut this all another upper sampradaya,
an argumentative cut always, you know, if some little bit anybody about Chaitanya Mahaprabhu and Prabhupada, little bit doing some kataksa, little bit doing some bad thing, then he became so angry. That time he's cutting the all upper sampradaya. You know, so his name is the Bhakti Pragyana, his name. Mm-hmm. Когда он получал обет отречения саньяси, то Бхактисиддханта Сарасвати, то он получил имя, Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махарадж. Что такое, что находится в этих титулах? Прагьяна. Это не просто гьяна. Гьяна — это знание. А прагьяна — это уже реализованное знание. Это уже сущность, то, ради чего создано это знание. Это значит, что человек уже обрел то, что помогает, высший плод этого знания. Под этим подразумевается бхакти, истинная бхакти, под этим подразумевается самая высшая бхакти, то бхакти, которым обладают гопи, прагьяна. И Парам Гурудев, он был настоящим образцом идеала этого титула. Он был настолько мудрый, настолько реализованный вайшнав, настолько реализованный, преданный Господа. Он фактически являлся стражей всей сампрадаи. Если он слышал, что хоть кто-то как-то посягает на положение гаудия вайшнавов, как-то порочит, как-то ставит под сомнение что-то, связанное с Гаудио Вайшнавами, что-то связанное с Шри Чайтаньей Махапрабху, тут просто ему не было вообще равных в нашей сампрадайе. Он поэтому назывался стражей также. Он именно под его крыло стали все, с самого начала были вайшнавы со времен Бхактисиддханты Сарасвати и дальше. Потому что Парам Гурудев, он своими убедительными доводами, неоспоримыми вообще доводами, неоспоримыми утверждениями мог доказать эту высшую истину, мог доказать все постулаты Гаудия Вайшнавов. Хорошо. And here, you know, he gave teach to us, when anybody telling our, you know, any bad thing about our sampradaya, our Guru Varga, necessary, you cannot tolerate this thing. Okay, what you telling, I am listening. Well, no, this is not bhakti. You know, necessary, get some argument and cut this bad philosophy, you can cut this all bad philosophy. Not only listening, oh, telling this is Gaudiya Math, this, that, they are the Prabhupada, this, that. I am listening, no, this is not a good thing. Then your bhakti go to down, bhakti. Тем самым Парам Гурудев учил нас, как помогать своему бхакти. Если урок нам в том, что если мы услышим, что кто-то, например, ругает Гаудия Вайшнава, кто-то нам рассказывает плохо что-то о Бхактисиддханте Сарасвати Прабхупаде или о других Гаудия Вайшнавах, и если мы будем при этом просто хлопать ушами и все воспринимать, то наша бхакти разрушится, от него ничего не останется. Парам Гурудев учил, как защищать бхакти, как защищать положение Гаудия Вайшнав. Он всегда очень убедительно оспаривал это и доказывал правоту, высшее положение Гаудия Вайшнава. So his name, Sri Bhakti Saranga Goswami Maharaj, he gave the Acharya Kesari. He gave his name Acharya Kesari, Kesari the lion. How the lion attacked this elephant, like this, if with any nonsense thing telling about, then he became a lion. So he named the Acharya Kesari, his title there. Его духовные братья просто восхищались доблестью и отвагой нашего Парам Гурудева в защите нашей сампрадаи, отчего даже Бхакти Саранга Госвами Махарадж дал ему титул. Один из его духовных братьев назвал его Ачарья Кешари. Ачарья Кешари — это значит Ачарья, подобный льву. And he is very 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 philosopher. So he made this this is the Devananda Gaudiya Math. First he made this Devananda Gaudiya Math in Navadvip, you know. So this
make this Devananda, the Gaudiya Mata, there are very big philosophies there. You know, this there one gate is there. You know, this gate name is the, he gave this name is the Narahari Torana. That many, when somebody enter, then inside this gate they enter. So why gave this name is the Narahari Torana? Narahari is the Prabhupada one, very good disciple, very good seva, you know. He's a very nice seva of Prabhupada. So here he doing his whole life to Prabhupada seva. So he gave this name is Narahari Torana. If somebody wants to enter the spiritual life, necessary past this bhakti, the guru bhakti. Jatha deva jatha tatha guru. Tasaita katita dharta prakasante mahatmana. What is the meaning? Тот, кто обладает трансцендентной преданностью Бхагавану, такой же трансцендентной преданностью Гурудеву, обязательно добьется успеха. Такая, это очень возвышенная душа. Махатма. Окей. So this gate name is the Sohita Narahari Torana. As much you have bhakti of Gurudev, that much you are bhakti in the bhakti, spiritual life. So the gate name is the Narahari Torana. Param Gurudev был глубоким философом, и не только теоретиком, но и практиком, потому что он действительно познал саму суть всего знания бхакти. Даже свой храм он превратил в харикатху. Что это подразумевает? Только человек подходил к его монастырю, он проходил через арку, дверь, она называлась Нарахари Торана. Почему так называлась эта дверь? За этим стоит уже Харикатха. У Шрилы Прабхупады был один из учеников, который звали Нарахари Прабху. И он славился тем, что он действительно все 24 часа в день служил. Даже никто не видел, как он спал. Он все время служил. Это вот про него как раз говорят, что он за шибку подвязывал свою, за гвоздь подвязывал свою шибку, чтобы не... чтобы круги свои читать. И вот он, Парам Гурудев, его в пример показывал. Так, если вы хотите бхакти, хотите войти в царство бхакти, сначала вы должны стать таким, как Нарахари Прабху. Так начинался просто вход в его храм. Yes, in Нарахари Торана. So, you are telling this Bible. So then, maybe this gate, you can look there, they are writing some name, Param Vijayate Sri Krishna Sankirtanam, they are writing there. When somebody comes to Gurudev, then Gurudev, what he kept teach to us? He teach to us, this is the holy name. You can chanting this Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Well, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare. So telling that Param Vijayate Sri Krishna Sankirtanam. You know, this Kali Yuga, if you attend this Lord, then you can chant this holy name. So this is Param Vijayate Sri Krishna Sankirtanam. Далее, когда ты заходишь в его монастырь, в самом центре, на самом высоком, самое главное наставление Шри Чайтанья Махапрабху. Param Vijayate Sri Krishna Sankirtanam. Пусть вся высшая слава принадлежит служению святого имени. Почему Парам Гурудев именно это поставил в самый центр своего монастыря? Он показывает, объясняет людям без слов, да, чему учит гуру, чему учит каждый гуру, в чем смысл всего нашего обучения, в том, что учитель учит, как правильно служить святому имени. Вот это самое главное, чему мы учимся от своего учителя. Yeah. So when you enter, then this right hand, this is the chapakana, or printing press, you know. This name he gave the Brihat Mridanga. Yeah, Brihat Mridanga means the, you know, this, you are playing this Mridanga, this sound go little further. But the scripture, where he go scripture, you go corner of any places, if somebody reading, you know, then he got it very benefit. So this is the Brihat Mridanga. Where going this scripture, whole world there becomes a Krishna consciousness. So this place, this is Chapa Khana, printing press name, give the Brihat Mridanga Khanda.
Далее, когда ты заходишь в храм, еще идешь к центру, с правой стороны уже стоят построения, которые являются издательством. Там печатаются писания. И Парам Гурудев написал это по правой стороне, то, что это Брихат Мриданга. Здесь живет Брихат Мриданга. Что под этим подразумевается? Обычная Мриданга, она на несколько метров очищает людей. А Брихат Мриданга обозначает Великая Мриданга. Книги являются Великой Мридангой. Они способны очищать весь мир на больших расстояниях. Not Mandir means who is the telling where it always going this Hari Kirtan. Yeah, always going the Hari Kirtan 24 hours. There Hari Katha, Hari Kirtan, Hari Charcha is there. You know, so this is the Patanti Vasanti Jatra Chhatra. Telling what is this temple, where the staying, this Paramarthi Chhatra student, always who is the, this is there always studying, this is the spiritual knowledge they are got. This name the Nata Mandir. Когда в самом центре монастыря, когда мы доходим до самого центра, это представляет собой зал, большой зал на пространстве, где все ученики, все жители храма собираются вместе и изучают. Вот это место он назвал Надхамандир, место служения всех. Deity is where reside, this is deity, this is the Archana Khanda, where the going Krishna's, no, worship Krishna's. Напротив него стоит алтарное с божествами. Он назвал Archana Mandir, храм поклонения божествам. And who is side, there are some Gosala, where staying cow, this name is the Govardhana Khanda. Govardhan, go meaning the cow, Vardhan, where is the cow, is the staying, the Govardhana Khanda. Коровы, которые принадлежали храму, за которыми заботились брамачари, жили вместе под названием Говардана Канда, Гашала на Говардане. То есть это был Говардан, и вот там коровы, живущие на Говардане. And who is trying to get the stool, passing stool, urine, this is trying to get the Gyana Khanda. Gyana Khanda meaning is the completely bad. Who is the thinking, oh Lord, he's like the appendages. Last you are merged this Brahma, telling this is the, you know, he's telling this and this, who is going there, the, telling the Bhishta, this is a stool, you know, like this, passing stool distance. That many devotees, they are not one mukti, they are only one Lord's bhakti, they are not one mukti gya. Уборная в храме, туалет, была, называлась Гьяна Канда. Так Парам Гурудев тоже без слов объяснял глубокое значение тех, кто стремится к знанию, чтобы получить освобождение. Как только люди начинают спекулировать о том, что кто такой Бог, какая там энергия, о том безличные его аспекты, нам всем нужно слиться с Браманом, всех их Парам Гурудев определяет в это место. And there this temple, in this temple there, top of this temple, there one flute, you know, there one keep one flute up. This when this is the, you know, wind coming, you know, natural this flute is the very sweet sound. And then top of this temple, where this flag, there one is this flute there. Mm-hmm. When this wind coming, easily this flute very very good sound. That is this many whole wall, you know, he kept teaching to the whole wall, spread this holy name. A whole world became Krishna consciousness. Everybody chanting this Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. How this flute sound goes everywhere. This holy name also goes to spread everywhere. На вершине храма, где находилась чакра, у всех Гауди Вашнава чакра находится, там же Парам Гурудев поместил еще и флейту Кришны. И при дуновении ветра она даже издает определенные звуки. Так Парам Гурудев символизировал свое желание, чтобы вот эта флейта, звук флейты, мелодия флейты просто окружила весь мир. Она подобна святому имени, как это сказать, распространилась по всему миру.
And there is a for Sampradaya and for Acharya, Ramanuj, Madhva, Vishnu Swami, Nimbarka, Sri, Brahma, Rudra, Sanat. There are four Acharya for Pravartak, their deity. He established why. So Padma Puran telling, if this Kali Yuga, somebody who attend to love, so necessary there accept some by Sutta Vaishnava Sampradaya. So without Sampradaya, if somebody accept this name, something, this that completely this is useless. So necessary if this Kali Yuga want to attend to love, necessary there accept some Vaishnava Sampradaya. Inside Natha Mandir? No, this is the temple, above. This is the main original temple there, four corner there, this is four. На куполе, практически на куполе, там установлены мурти четырех ачарий из четырех вайшнавских сампрадай. Это Рамануджа ачария, Мадхава ачария, Нипадити ачария, Вишну Свами ачария. Почему Парам Гурудев это сделал? Потому что в Веда говорится, что не приняв прибежище в одной из этих сампрадай, в одного из этих вайшнавов, ты не можешь ничего достигнуть. Without taking shelter of one of these acharyas, you cannot get perfection. Yes. So there is the 10 incarnations. Matsya, Kurma, Varaha, Nrisimha, Vaman, Parshuram, Ram, Balaram, Buddha, Kalki. There are 10 incarnations. You know 10 incarnations. Their past is the Matsya. You know, telling how slowly, you know, this is the make some increase this guy. First is the camp, this is the matsya, peace. He is the peace always taking the inside of water. You know, then matani the kurma. Kurma means this is the what kurma is the tortoise. Kurma, he also if he wants to stay water, he can stay water also. He can without water staying land also, staying there. Matsya kurma. Then comes Varaha. Varaha means the pig. Pig is the, he is mostly staying in the sthal. Matsya Kurma Varaha. Then he is coming to the Nrisimhadev. Nrisimhadev, half is the lion, half is the human being. Yeah? Sorry for me. Then comes Matsya Kurma Varaha, Nrisimhadev, comes to Vaman. Vaman is coming very short body, coming the body now, but it's very short body. So not completely, Vaman, then coming Parashuram. When you come Parashuram, is the full of body, nice body. But nice body, but he is so much angry. So this is the Parashuram. Then he is coming the Parashuram, then coming the Rama. But when Rama is the coming, then it is completely nice, Marjana Purushottam. Very beautiful pope. And follow all principles. Everybody get proper respect. Father, mother, wife, everybody get completely get respect. So slowly this is the how slowly is Kram coming slowly to good. This is what this is the dasavatar there. On the top also. Yeah, this. Там же на куполе, не замечала, кстати. Там же на куполе находится 10 аватар Господа. За этими, даже за последовательностью этих аватар тоже находится глубокое значение. Например, это тоже можно трактовать очень по-разному. Например, это начинается с Матсья. Матсья, Курма, Вараха, Нарасимха, Парашурам и так далее. Как Махарадж сейчас объясняет, вот, например, Матсья. Первый образ Господа – это рыба, которая живет в воде. Потом идет курма, это уже черепаха, рептилия, которая живет и в воде, и на суше. Следующая инкарнация он пришел как вараха или как вепрь. Вепрь уже живет абсолютно на суше. Далее приходит он как Нарасимха. Нарасимха это уже он выглядит полуживотным, получеловеком. И следующая его инкарнация – Ваманадев. Ваманадев уже человек, маленький человек, как карлик. После Ваманадев он приходит как Парашурам. Парашурам – это… Okay, good poem. Парашурам он и красивый мужчина, но он как этот… Полноценный.
А? Он говорит, полноценный человек? Он, да, он красивый, полноценный человек. Понятно, да, они все полноценные. Но он очень злой, у него очень злой характер. Он там как этот, как из кинофильмов, так, как киборг. В общем, он всех рубит, да, всех разбирается. Он очень с таким гневливым настроением. Потом в следующей инкарнации он приходит уже как Рама. Рама необычайно красивая личность. Он показывает пример, он же воспитанный, цивилизованный, у него там и семья, и он показывает идеальные примеры царя, и сына, и мужа, и так далее. Вот так, в такой последовательность. И как все эти инкарнации, они вот показывают такую последовательность. Yeah, then he became Balaram. Yeah? Then he became Balaram. Ram, after he became Balaram, then he became Buddha. He gave to teach, no, don't get any hinsa. Hinsa is a very bad thing, not killing anima, you know. Last he came to the Kalki, yeah? So this is like this. So you say, this year Param Guru is very, very intelligent. What he made, you know, this is the everything, so there are some philosophy thing there. Все, что не делал Param Guru Dev, все обладало просто глубочайшим смыслом. Хорошо. So today they have some going program. We try stop your hour classes. Сегодня у нас мы знаем, что нам надо пораньше освободить помещение, потому что там будет программа. If anybody some any question. Если у вас есть сейчас есть вопросы, то задавайте вопросы. Hare Krishna, any question? Есть вопросы, Hare Krishna. Hare Krishna, есть вопросы? Okay, well, today evening time we are celebrating Krishna's birthday. Сегодня вечером будем праздновать день явления Кришны. Okay. Программа начинается в 5 часов. Okay. And we are starting Krishna's birthday and listening some Gurudev pastime. Мы будем сегодня слушать и сам момент, красивый момент прихода Кришны в этот мир, а также прославлять нашего духовного учителя. Okay. А? Завтра утренняя будет программа? Не слышу. Гулеха занят. А, да? Утренняя программа будет завтра. Утренняя завтра будет программа, на банке спрашивают. Вот так же с 10 до часа. Да, да, завтра также утренняя программа с 10 до часа. Tomorrow, he asked about morning program tomorrow, and then she told yes, morning program tomorrow. Evening program. Morning also, and evening program. Tomorrow finishing. А, завтра последняя только утренняя программа, да, Гулеха? Нет, Гулеха. Вечер тоже. Вечер тоже, да, да. Evening also tomorrow. А во сколько мы в Петербург отъезжаем? Санкт-Петербург? After tomorrow 9 evening.